Корабли ливийской береговой охраны подняли на борт тела по меньшей мере 15 нелегальных мигрантов, которые погибли, пытаясь пересечь Средиземное море. Обстоятельства их смерти точно неизвестны. Ливийские представители заявляют, что мигранты задохнулись в трюмах маленьких деревянных лодок. Береговая охрана перехватила два таких судна и доставила 140 выживших на военно-морскую базу под Триполи.